Ленка, допустим, кровец, она пошла работать в Макдоналдс, тогда только открылся Макдоналдс, у нас, в Кривом Роге, зарплата, там какая-то зарплата была, 100 баксов, это считалось, ты даже не понимаешь, сколько, это, я прибегал к ней и говорил, послушай, мы должны, она говорит, я не могу, Вов, понимаешь, тут, послушай, мы должны быть командой, мы должны ехать на игры, мы должны ехать в Москву, тогда высшая лига была только в Москве, КВН, потом в Украине появился большой. Мы обязаны это делать, я отпрашивал, значит, ее у ее начальника Макдональдс, я выступал перед, значит, там, в Макдональдсе, прямо в Макдональдсе мы выступали, давали концерты, и из-за этого у них поток людей в Макдональдсе был больше. В Макдональдсе у нас была очередь, потому что знали, что может выступить квартал. Вот. Ну, поэтому шел на все.